А у нас не открыто. Ух ты! Понял? О, сына. Скажи спасибо. Здорово, сына. Сына. Здорово. Так, разгибайте, чтобы она пошла. Иди, мальчика, скажи. Пойдем. Вот, видишь, такой же рыцарь, как ты. Сейчас спросим. Сейчас спросим. Хочешь? О, какие, видишь? Чего? Хочешь, иди к ним. Ну, мы идем спрашивать, как зовут. Алексей, отойди. Ой, на одного нечестно. Он еще не умеет. Осторожно только, ладно? А как вас зовут? Меня Олег. Валентин. А его зовут Доминик. Как? Доминик. У меня есть такой. Видишь, тебе мальчики учат, как надо делать. Пускай они тебя учат. Они знают уже. Видишь, давно дерутся. Надо защищаться так, щитом бой вот этим. И бить мячом. Смотри. Yeah.
Видишь, как интересно тут, да? Алексей, интересно? Да. Сейчас приедет. А вон, посмотрите, там дяди копья кидают. Пошли посмотрим. Отойди, Алексей. Алексей, тебе сюда. Молоком, смотри, пальчиками. Смотри. Тебе дядя покажет, как правильно. Да, сожги вот здесь. Ага. Так, давай, давай вторая попытка. Смотри. И... Пускаешь вместе со мной, понимаешь? Раз, два, три. О! Опа. Коля, вторую руку держи, вторую руку на лук ставь. Коля, вторую руку. Во! Отлично! Натягивай. Так. Сейчас с третьего раза получится. Молодец. Дима, Дима, со стрелой отойди к тете Асе подальше, пожалуйста. И... Отпускаем. Почти. Дима, давай вторую стрелу. Смотри. Не знаю, вон смотри. Мама! Мама! Ты! Мама! Вот туда поиграть не надо. Можно. Спасибо. Мы вот тут будем. Зайца. Хорошо. Мы к вам за селёдку потом придём. А у нас есть. Разрешила на мяч брать? Да. Да. Подошла, девушка подошла, очень вежливо попросила. А ты подошел, сказала, что взяли, да? Она сказала, слышь ты, тетка, она мячик мой вернула. Селедка отплатишь. А ты помада, эй, ты пахнешь рыбой, дай-ка сюда. Очень, очень красиво. Родился с мячом. Я его так хотела на фехтование отвезти. Ага. Проезжаю и смотрю, центр фехтования. Звоню им, они говорят, детский, только на Челышевской. А это от нас, знаешь, час. Ну ясно, не наедешься. Да. Домино, домино. Тоже подключился. Митя, там смотри, там глиняная, горшок глиняный, уйдите оттуда, пожалуйста. Митя! Просто вы оттуда отойдите. Так вот переставил, как будто бы. Если переставлю, то не задену. Наверное, да, я не знаю. Как-то прятаться на этом. Телеканал.
правившему в Новгороде и будучи киевским князем. Сейчас мы рассказываем, собственно, такую трагическую историю, которая произошла во время битвы при Стокс-Ильдее, где, собственно, конунг Олаф пал в бою смертью храбрых, пытаясь вернуть себе на Римский престол, в общем-то, сражаясь на тот момент со своим собственным народом, который был не согласен с той христианизацией, которую Олаф нес на... Сына. Итак, мы сейчас видим, как проходило испытание, да, скандинавские дружины. Yeah.
кто-то пошел с королем, а кто-то остался. Витька, сядь, пожалуйста. Стали ждать, когда подойдешь 80 ярдов. Сейчас будет все пробовать. Какие стеганые, смотри. Смотри, сына, смотри, как интересно. Как настоящий норвежец. Поселок, несмотря на многочисленные полемочки, атаковали более превосходящего противника. Спасибо, ресторан. Испортил, видите? Анна, ты куда пошла? Анна. Вот эти топоры на длинных таких, да? Нафиг еще с сыром. Анна. А где мама? А? Тут была вот. Тихо, тихо. Ветра нету, так пригревает приятно. Хорошо. Ветра как начинается. Так. Добавлю сейчас. Thank you.
играет замечательный петербургский рок-клуб. Она, иди сюда. Мить. Уйди. Мама! Да что ж ты за... Мама! Я скальпу снимаю. Маша, мама! Что? Маша, мама. Да, они будут драться. От тех, кого уже все убили. Так. Да, если до тебя дотронулись, получается... Нормально в этот рупор. Поосторожнее, ребят. По-честному. А, бедный. Ну там рукопашная пошла. Оставшись мертвых. У нас такая публика, знаешь, неактивная. Алексей, отойди туда. Отходи, отходи, отходи. Мама. Землю и раунд. Этот как в роли вошел, смотри, лежит. Что-то долго лежит. Ты сгораешь. Пока не попал. Лежит взрослые дяденьки. Кто бухает, кто колется, а кто вот так вот, знаешь, лучше так. Оператор, он будет, смотри, как он за этим детским, который снимает, как ходит. Ему просто интересно. Саш, ты куда? Саша, мы здесь. Сына, иди сюда, они опять драться. Дай мне кино! Иди сюда! Алексей! Стой! Стой! Алексей! Маш! Анка спал с дубиной! Yeah.
да? Что, отлепись? А что? Есть сейчас. Так понравилось кольцо? Ну. Там еще билет нужен. Ой, подождите, мы тут все вместе. Вот мы все вместе тут у нас. Сейчас Митя, подожди меня, я не один взрослый. Для себя, а у меня вот все, вот мои трое. Раз, вот два, это, три. А кто третий? Вот, раз, два, три. До 5 лет. Да. Ты всю жизнь крепче смотри. Крепче, крепко Вау, сына. Алексей. Такие были. Мы тут никак. Классный, да? Ты чего? Это же просто куклы такие большие. Смотри, мы же смотрели мультик про них. Помнишь? Митя, Митя. Ну, злой, он не кусается. Это просто как кукла. Помнишь, смотрели про них мультик Ice Age? Алексей, иди сходи. Алексей, иди сходи с Митей, с Федей. Это же мама. Мама. Помнишь, вот был Ice Age? Алексей, иди сходи. А это кто? Посмотрите, кто это? Вот Шрек. Дарник, Дарник, смотри. О, ух ты. Ручку давай. Ух ты. Алекс. Мама, Алекс. Ох, здорово, да? Пойдем. Пойдем, вот. Смотри, видишь, там как крошки-ножки мы с тобой смотрели. Мультик. Помните, крошки-ножки? А мы вот так, там выход, доча. Иди тебе на. Thank you.
Смотри, бэйби какой. Подожди. Смотри, что там. Смотри, не бойся. Алексей, идем за мной. Да? Алексей, я. Алексей. Пойдем со мной. Здорово, да? Алексей, вы куда? Пойдемте обратно. Сюда дальше, вернее. Да, мне, иди сюда. Пошли. Мама, смотри, какие маленькие крылышки у меня. Да. Пошли. Домник, осторожно. Угу. Пойдем там. Посмотри. Мама, почему? Не, мы сейчас смотрим, он какой еще. Федя, не трогайте его. Папа. Я тебе верну. Да, он кушает листик.